особенно финал. Мы с этой целью справились еще задолго до московского этапа, поэтому нам нужно было собрать коллектив, сделать механизм полноценный, то есть так же полноценно, чтобы могли биться с чемпионством. То есть, и, в принципе, мы то, что хотели, мы что мы запланировали, мы сделали. То есть у нас получилась команда, дружный коллектив, поэтому я думаю, что в этом году ЦСКА не должно отпускать чемпионство. У нас цель была изначально, по итогам регулярки попасть в суперфинал, а в суперфинале у нас одна цель, это как бы нам руководство дало только одну цель, то есть это чемпионство. У нас три цели. Второе место было всяких поражений. Самая главная цель медали, как я уже озвучивал, и в принципе еще раз хотелось бы отметить, ребятам всем сказать спасибо и нашим спонсорам сказать спасибо за то, что они нас поддерживают. Очень серьезная компания «Рособоронэкспорт», и мы не должны ударить в грязь лицом с такой вывеской.